Приветствую всех в Job School, с вами Достан. И в сегодняшнем уроке мы поговорим о... Приветствую всех в Job School, с вами я, Достан. И я бы хотел спросить у вас, вы любите шопинг? Уверен, что да, но также все любят экономить, правда ли? И мы сегодня научимся спрашивать о ценах и также научимся спрашивать, что сколько стоит на английском. Но прежде всего, когда вы видите... Прежде всегда, когда вы видите какую-либо вещь в магазине, вы спрашиваете, сколько это стоит. И на английском это будет... How much is this? Сколько это стоит? Если мне нужно узнать цену, я просто могу сказать Excuse me, how much is this? И продавец вам скажет It is и цену. Но у многих возникает проблема с числами, так как люди не говорят так $70.25, please. Они просто вам скажут $70.25. It is $70.25. А давайте разберем еще несколько цен. Здесь еще проще. $5.40. А теперь давайте сами скажите вот эту цену. Если вы сказали $10.25, то вы справились с задачей. Следующая цена, наверное, что-то дорогое. $182.99. It is $182.99. Иногда бывает сложно расслышать цену, когда они говорят очень быстро. $10.25. Примерно так. What? How much is this? $10.25. What? $25? Вот такое тоже бывает. Небольшой совет. Если вы окажетесь в таком положении, то просто посмотрите цену на бирке. Если же ее нет, скажите, пусть она напишет ее где-то. Цену, да? Говорите ей просто please write it down, чтобы вы точно знали цену и не попали на большие бабки. How much is that? It's $32. После того, как вы купили какой-либо товар, вы можете похвастаться им своим друзьям или родным о том, во сколько это вам обошлось. Так как вы уже купили товар, вместо it is $10.25, к примеру, теперь это уже it was $10.25. Это обошлось мне в 10.25 зеленых. Все просто, да? Не мучайте себя, не говорите вот так. The price was, сколько-то там, the cost is, или вообще I paid the money. Че, реально заплатили деньги? Ну, конечно же, заплатили. В следующий раз, когда вы пойдете шопиться, обязательно используйте пару простых фраз, которые мы с вами сегодня выучили. И также обязательно внимательно слушайте продавца, а то попадете на кругленькую сумму на кассе. Также обязательно следите за нами в социальных сетях, подписывайтесь на Instagram, так как там мы выкладываем еженедельно ролики, связанные с простыми разговорными диалогами. А мы увидимся завтра. See you tomorrow. Bye-bye.